Тула-Белгород. Автомобильная дорога федерального значения М2 Крым. Длина 489 километров. Дорога проходит по территориям Тульской области, Орловской области, Курской области, Белгородской области. Дорога пересекает реки Ула, Плава, Зуша, Сейм. Мосты через реки имеют грузоподъемность 60-80 тонн. Ширина проезжей части 7-9 метров. Количество полос 2-3 полосы. Дорожное покрытие асфальтобетонное. Качество дорожного покрытия варьируется от хорошего до удовлетворительного. Худший участок – 30-й километр от поселка Медвенка до города Обоянь. Опасные участки с крутыми поворотами на 268-м километре. На дороге расположено 12 постов ДПС. Наиболее распространенное нарушение – превышение скорости. Выезд на встречную полосу через две сплошные. Ограничение скорости от 90 до 60 км в час. Цены на бензин. Самые низкие в Белгородской области. Самые высокие в Курской области. Расход топлива для легкового автомобиля среднего класса 48 литров. Для грузового автомобиля 144. Достопримечательности по пути. Усадьба Ясная Поляна. Музей «Курский соловей» в городе Курске. Музей авто СССР в Черноусово. Заповедник Шестаковский парк возле города Мценск. Дома музеи Тургенева, Бунина, Андреева, Лескова в городе Орел. Время в пути от Тулы до Белгорода 6 часов. Оценки по 10-бальной шкале. Степень комфорта 7 баллов. Степень качества 6 баллов.